Всем привет! Меня зовут Алия, и сегодня мы будем с вами учить хореографию в стиле ираки. Так как мы будем много использовать движений волосами, шеей, делать прогибы, сделайте разминку, обязательно не пренебрегайте этой частью, потому что важно себе ничего не повредить, и чтобы на следующий день у вас была легкая боль в мышцах, а не так, чтобы вам прям неделю все болело. Поверьте, проверяла на себе не раз, поэтому сделайте хорошенько разминку, хорошенько разомните шею, поделайте прогибы такие минимальные, порастягивайте тело, и только затем приступайте к изучению связки. А мы с вами начинаем. Я надеюсь, что вы уже сделали разминку. И мы начинаем учить хореографию. Музыка популярная, вы наверняка ее знаете. Я взяла середину кусочек, такой самый эффектный, где много техники на волосы, также шаги такие типичные. Поэтому благодаря этой комбинации вы сможете поработать над техникой, чтобы затем уже самим делать какие-то хореографии в стиле ираки. Хорошо, мы начинаем со взмахов, конкретно сейчас со взмахов головой. И мы делаем в левую сторону вверх, в правую вверх, в левую вверх и в правую раз, два. Получается, мы начинаем, ставить в комфортную позицию. Это могут быть слегка присогнутые ноги, может быть левая нога, затем правая нога, как вам комфортней. Мы начинаем взмах в правую, в левую, извините, сторону, правая рука вверх. Меняем. Левая рука, правая рука, и теперь в правую сторону два поворота головой. Раз и два, и наверх. И потом то же самое, два обратно. Раз, два. То есть мы делаем акцент, 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 раз, два. Раз, два. Еще раз, все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, раз, два. На второй акцент волосами мы поднимем вместе с волосами идут еще и руки. Получается, волосы, руки. И отсюда мы по кругу делаем шесть махов головой. Мы делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть мы делаем такие подскоки, прыжочки, прыжок, 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 прыжок. Только очень аккуратно, то есть это не должен быть такой прям огромный прыжок вверх, слегка. Как бы такая пружинка, пружинка, пружинка. Старайтесь, может быть, даже минимум отрывать полупальцы от пола, больше пятки. И чтобы это было пружинистое такое движение. И круг, круг, круг головой, шесть раз. И затем мы делаем быстрые круги головой. Здесь мы делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть здесь вы можете делать столько, сколько вам будет комфортно. Сделать единственный момент, вот эта часть, когда мы крутим уже головой, непосредственно первая часть более-менее спокойная, то есть вы здесь можете еще раз сначала не вкладывать всю свою энергию, а потом музыка увеличивается, темп начинает расти, и там мы уже как бы не очень можем делать медленно, тут уже желательно попадать во все акценты, здесь уже желательно как просто вертушка крутить головой. Получается раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и быстрее, 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 и вверх. Тоже, когда прокрутили, если у кого-то длинные волосы, как у меня, я специально еще руками их отбрасываю, чтобы волосы наверняка улетели назад и не мешали мне спереди. Когда крутите головой, старайтесь расслабить шею, не напрягайте мышцы, иначе они будут болеть потом очень сильно. Максимально расслабьте мышцы и старайтесь сконцентрироваться как бы на одной точке. Я закрываю глаза в этот момент, так мне проще сконцентрироваться, чтобы не закружилась голова. Тогда я спокойно выхожу на следующее движение, у меня голова не кружится. Но, понятно, это дело практики, это нужно практиковаться, начиная, если вы никогда не танцевали ираки, начинайте с двух кругов, потом три, потом четыре медленных, и затем только наворачивайтесь, не сразу старайтесь повторить все прямо вместе со мной, иначе вам серьезно очень болит шея на следующий день. Поэтому старайтесь делать все шаг за шагом, не спешите, хорошо? Будьте внимательны к шее, чтобы не было, если вас чувствуете сразу такую какую-то боль, то
делаем меньше, то есть либо вообще останавливаемся, либо если продолжаете делать, то делаем не с такой огромной скоростью, не с такой амплитудой. И важно, после этого урока, после того, как поделаете упражнение, поделаете технику на раке, сделайте себе массаж сами косточками, получается, пальцев, хорошенько массажируйте шею, это вам поможет, у вас не будут так мышцы болеть, потому что очень важно вернуть жизнь, так скажем, мышцам, потому что реально после такой работы они начнут забиваться и быть больно просто. Просто на следующий день вы будете очень чувствовать шею, очень чувствовать мышцы, вам нужно их разогреть после того, как вы поделали, сделать себе массаж. Хорошо, идем дальше. Сделали круг самый сложный, самый быстрый, так скажем, дальше будет чуть попроще. Мы сделали и волосы назад. Сейчас мы с вами разворачиваемся и красивой восьмеркой уходим в партер. Уходим в партер на колени. Помните, что защищаем коленки, не плюхаемся, а аккуратненько опускаемся вниз. Если вы танцуете раки на коленниках, что очень рекомендовано, если у вас много партера, чтобы не повредить себе колени, но то здесь как бы вы особо не увидите на коленниках. Если вы танцуете просто в лосинах, как я сейчас, аккуратненько сходите вниз, опускайтесь, чтобы не было такого бум, чтобы не плюхались вниз. Иначе просто будут синяки. Пощадите свои колени. Хорошо, опустились. И теперь делаем волосы вперед, назад. Еще не прогиб, то есть просто взмах. Вперед, назад. Еще раз вперед. И теперь уже прогиб, назад. Кладемся, переворачиваемся. И опускаемся в позицию, когда стоим на коленях. Волосы на полу лежат. И начинаем делать восьмерку на полу волосами. То есть мы делаем внизу. Раз, два, три, четыре. Там будет, по-моему, четыре еще, но зависит от того, сколько вы будете это медленно делать. Можно сделать на два, а можно сделать на шесть, если быстро. То есть зависит от того, как вы быстро будете сделать с музыкой. Предположим, четыре, либо два. Делаем восьмерку на полу. Просто как бы стороны в сторону. Я называю это восьмеркой, потому что выглядит слегка восьмеркой, я подкручиваю шею немножко в голову. Но в целом вы можете просто делать из стороны в сторону. А вот сейчас будет самая эта часть такая, моя самая любимая, эффектная, когда мы делаем раз, два, круг. Раз, два, круг. То есть здесь будет так, два круга, один круг замедленный. Два быстрых, один замедленный. И волосы будут делать тара-ра-ра-рам, тара-ра-ра-рам, тара-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам. Итак, мы делаем 6 раз. То есть вот отсюда мы делаем та-ра-ра-ра-рам, 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 та-ра-ра-ра-рам. Вверх. То есть это движение так с музыкой очень слышно. Просто попробуйте влиться в музыку. Просто если не получается сразу сделать волосами, возьмите волосы в руки и попробуйте просто в темп повторить руками. И затем вам будет проще, просто здесь самое важное, не сколько волосы, потому что волосы пойдут сами, когда вы сделаете правильно головой, именно головой круги вот эти схватить с музыкой правильно, с темпом с этим, тогда будет это все легко. И затем, когда вы 6 раз сделали, подняли, и здесь раз, два, то есть мы из одной пятки на другую подсаживаемся, раз, два, три, четыре, и руки. Если идем в правую сторону, бедрами, руки в левую, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шаг, грудь. Получается, мы сделали шесть на полу, но тоже зависит от того, можно ли раньше встать. Очень сильно зависит, насколько вы увлечетесь кругами, можно перекрутить. Поэтому здесь просто ориентируйтесь на музыку. Сделали шесть раз, предположим, два встали шага, сделали шесть, семь, восемь. И акцент. Эта часть заканчивается таким пам акцентом. Мы делаем пам. И теперь начинаем бежать в правую сторону на левой ноге. А правая нога делает просто подбивку на полусогнутых ногах. Правая вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. А левая на левой мы, получается, прыгаем постоянно. Корпус слегка наклоняем в левую сторону. Левая рука на правом бедре, правая рука в стороне, во второй позиции. И мы делаем раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
делаем волосы в сторону, в сторону. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Нет, подождите, восемь раз. Мы делаем больше. То есть мы делаем акценты в сторону. И когда мы их закончили, мы делаем поворот и шире плеча. Только когда мы делаем волосы в сторону, мы делаем через прыжок. Мы делаем раз, два, три, четыре. То есть постоянно у нас эта пружинка, мягкая такая. И постарайтесь, чтобы не было такой жесткой. На полусогнутых ногах я до конца не выпрямляю. Я делаю мягко. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз, да, шесть. И потом накрест поворот, семь, восемь. И шире. Либо, если мы как бы здесь мы заканчиваем постановку, как бы, да, предположим, постановка, нашу комбинацию, я отправляю поцелуй, но вы можете закончить шире. И, например, если хотите продолжить дальше танцевать, то с этой музыкой, то можете дальше танцевать. Закончили шире и пошли дальше. Окей, еще раз повторим именно с шагов по кругу, с прыжков по кругу. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поцелуй. Когда делаем эти прыжки, помните про стопы, да? Я вам всегда говорю про стопы, потому что это очень важно, чтобы стопы были натянуты. Не было таких каких-то странных стоп. Стопы должны быть натянуты. И когда делаем волосы из стороны в сторону, руки во второй позиции, старайтесь сильнее не махать. То есть они слегка с нами в танце, но при этом, чтобы не было таких движений. Потому что здесь очень легко потерять контроль над руками, больше сконцентрироваться над головой, и тогда у вас будет движение, как будто такие курочки. Старайтесь этого избегать, делая красивые ручки, прямые. Раз, два, три, четыре. То есть слегка только вверх, вниз, вверх, вниз, но не согибаем локти. Окей? Хорошо. Связка небольшая, она технически насыщенная, сложная именно из-за того, что куча вот этих всех быстрых проворотов, переворотов, кругов, прогибов. Но я специально взяла такую максимально насыщенную, чтобы вы могли попробовать такие сложные элементы, которые эффектно смотрятся, но при этом, если их правильно выучить, правильно по технике выучить, их делать вам будет очень-очень легко. Помните, главное, когда делаете прогиб, про то, что прогибаемся не в самой спине, а выталкиваем вперед максимальные ягодицы, собираем лопатки, опускаем плечи вниз, как бы висим на тазе и опускаемся вниз, когда будет у вас прогиб и глубокий, и безопасный. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока!